Друзья, с вами Александр Милентьев, и это медитация на полнолуние. На восстановление жизненных сил, вашей энергии, вашего духа, пробуждение той энергии, что глубоко в вас. Прочувствуйте ваше тело. Прочувствуйте вашу силу. Присаживайся поудобней. Закрой глаза. И просто погрузись внутрь себя. Приложи руки к сердцу и сделай глубокий-глубокий вдох. Прочувствуй каждое сердцебиение, как дышит твое тело, как дышит твой дух. Полнолуние – это энергия высвобождение, энергия силы, энергия всех сил природы, пяти элементов и энергия предков. Предков, которые всегда подскажут тебе, помогут тебе. Сила твоих отцов и твоих матерей. Прочувствуй эту силу. И с каждым вдохом продолжай глубоко дышать и прочувствуй, как твою левую ногу обвивают могучие корни Матушки Земли. Вдох и выдох. Прочувствуй силу Земли. Прочувствуй, как то же самое происходит и с правой ногой. Корни обвивают ее, даря тебе силы, энергию, бодрость и тонус. Прочувствуй силу Луны. Как лунный свет, начиная от макушки, поступает в тебя через голову, наполняя все мысли и очищая все мысли. Далее свет идет к горловому центру, к творческому проявлению. Наполняет твое горло и шею. И далее свет останавливается в твоей основной чакре, в твоем сердце. Прочувствуй сердцебиение, руки также на сердце. Прочувствуй силу лунного света. Возроди все силы внутри себя. Все, что дано тебе природой с самого рождения по праву, прочувствуй эту энергию. Вдох. И выдох. И в этот момент начинай вместе со мной резко дышать дыханием волка. Резкий вдох, резкий выдох. Резкий вдох, резкий выдох. И глубокий вдох, чтобы начать. Выдох. И приготовились.
занимается только живот. И вдох. Задержка дыхания. Выдох. Я чувствую, как с выдохом распределяется энергия во все остальные чакры. Чакра воли. Твоя воля сильна. Чакра эмоций. Твоя эмоция внутри тебя, и ты ее управляешь. Это эмоция спокойствия и благодати. Чакра земли. Я чувствую распределение энергии в своих ногах и коленях, ступнях и каждом пальце. Безопасность и изобилие. Почувствуй силу своих ног, силу своих рук, силу своего сердца, силу своих мыслей. И отправляйся в путь. Сделай первый шаг на пути к своей мечте. За тобой твои предки, за тобой твои духи. Чувствуй эту поддержку. Чувствуй эту любовь. Любовь к себе, приятие себя, прощение себя и благодарность. И глубокий-глубокий вдох. И выдох. Поблагодари себя, поблагодари Творца. Поблагодари все свое окружение, все, что ты ценишь, все, что ты любишь, все, что имеешь внутри себя и вокруг себя. Скажи этому спасибо и с улыбкой открывай эту дверь в новый день, в новую жизнь, в новый мир. Всем спасибо. Это был искренне ваш Александр Мелентьев.